Здравствуйте всем на канале Искусство кондитера. Сегодня я хотела показать вам примеры моих работ и сказать, что этот канал был создан для того, чтобы делиться с вами рецептами и моим профессиональным опытом и навыками, для того, чтобы профессия кондитера не забывалась, а продолжала приносить радость детям, удовольствие взрослым и удовлетворение самому мастеру, так как сама профессия это настоящее искусство, которое проявляется не только в самом рецепте, но и в оформлении кондитерских изделий. А также я считаю, что в этой профессии нужно быть немного артистом и художником, и даже немножко инженером. Моя профессия для меня не только физическая, но и умственная работа, так как я не прекращаю развиваться, читая книги учителей старой школы кондитерского мастерства. Я считаю, что только та сладость, которая дает человеку энергию и поднимает ему настроение, это хорошо выполненная работа. Я хочу делиться с вами рецептами, которых вы еще не знаете, а также секретами и методами приготовления кондитерских изделий. И я очень стараюсь, чтобы сладости были не только вкусными, но и полезными. И на моем канале есть уже более 100 рецептов. Я прошу вас, подписывайтесь на канал «Искусство кондитера» «El Arte de la Pastelería». И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых выпусках с хорошими рецептами. И для того, чтобы делать сладости для ваших близких, друзей, соседей. Спасибо вам за просмотр, за внимание и до скорых новых видео!